Активная киносъемочная пора в областной столице продолжается. Этим летом съемки фильмов проходят в разных частях города. В том числе съемочные группы были замечены на Краснофлотской набережной вблизи ЖК «Суворов». Также кино снимали около Дворца бракосочетания на набережной Степана Разина. По нашим данным, в городе проходят съемки российской комедии «3 сентября», второе название которой «Сентябрь». Кинокартина вдохновлена знаменитой песней Михаила Шафутинского. Стоит отметить, что тверичане не в первый раз наблюдают за процессом съемки фильмов в своем городе, а также принимают участие в массовых сценах.